мы начали запись третьего сета. Моисеева Сурцева. Ханс Люкова. Один-один. Третья партия началась на первом корте. Моисеева Сырцева. Санкт-Петербург. Красные топы. Уколова Хансель. Витязь. Анапа. Белые топы. Первый корт. Третий сет у Моисеева Сырцевой, у Коловы Хансель. Моисеева Сырцева ведут 3-2, а на втором корте Васина и Птиц не смогли доиграться даже до третьего сета и проиграли уже 2-0 Алловой Марковой. На второй площадке завершился матч и со счетом 2-0 победу держала команда Алова Маркова Обнинск над командой Васина Птицына, волейбольный центр Московской области. И на втором корте в следующем матче на площадку выйдут мужские команды Лихолетов Ютвалин Новосибирск, волейбольный клуб Сибирьволей, и команда клуб спортивной подготовки по игровым видам спорта из Краснодара Кириенко Урайкин. Второй корт мужские команды. Три ошибка на приеме. Тайм-аут взят Моисеевой Сырцевой. Семь-три. Восемь-три.
Эх. Пять восемь. На третьей площадке счет встречи 1-1 между командами Демерчёва Балакина, Измайлова Москва, Степанова Яловая Обнинск. Перерыв, впереди третий сет. Третья партия на первой площадке 9-6 на табло. 6-9 на подаче Александра Моисеева. Хороший выигрыш. Двенадцать курсов. Первый корт. Третья партия. Матчбол для Хансель Кукова. Подает Хансель. Девять, 14 на первом корте. Второй сет матчбол. Первый отыгрыв подает Моисеева. Второй сет матчбол отыгран. Опять подает Моисеева. 10-14. Одиннадцать, 14. Это мне напомнило прямо министром. Четко в линию по диагонали. Смена сторон. Yeah.
12-4 касание. Сестрички Нистром тогда тоже выкопались с кем-то 10-10. С бразильянками, кажется. На московском большом шлеме. Тайм-аут у Пола Хансен. Драматичный матч. Мяч по счету и со счетом 15-12 третий сет и 2-1 выигрывает команда Уколова Хансен в этом матче. Волейбольный клуб «Витязь» Анапа. Дальше на первом.